Власти Израиля отказали Всемирной организации здравоохранения в доступе к больнице Ас-Сахаб в секторе Газа. Организация планировала доставить в медучреждение гуманитарную помощь, сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В составе груза топливо, кровь, а также медикаменты. Политик отметил, что параллельно ВОЗ проводит эвакуацию из больницы анклава пациентов, находящихся в критическом состоянии. На данный момент в Газе работают только 12 из 36 больниц.